Итак, всем привет, пацаны! С вами, как всегда, Сергей Резниченко. И в сегодняшнем выпуске Лада Калина с музыкой на 1 200 000 рублей. Да, вы не ослышались, 1 200 000. Я не мог ее вам не показать. Очень хорошо играет машинка, да и внешне яркая. Поэтому давайте ее оценим по максимуму. Как всегда, 1000 лайков и выпускаю новое видео. А пока что реклама. Хотел бы посоветовать канал Сотка Соколова. Там вы можете найти призы, влоги, обзоры, сходки, кузовной ремонт, покраска, разбивает авто на стриме, подбор, покупка и продажа, советы. Видео выходят часто, поэтому ссылка будет на канал в описании, пацаны. Расскажи вообще, что здесь стоит на 1 200 000, ты сказал? По розничным ценам 1 200 000, да. Здесь стоит два моста 6-киловаттных усилителей, 5 аккумуляторов, ну, естественно, топовой серии, Одиссея. 4 саба, 5 кВт. Это на сколько он? 6 кВт. Он питает сабы, да? 4 таких. 4 таких? Снимали сейчас подойдем. Давай, правда. 4 таких? 4 таких. Я боюсь спросить, какой там результат. Неплохо, но ящик настроен на повседневку. Соответственно, мы как бы за результатом не гонимся, мы делаем шоу. То есть играет громко и красиво. Ну 155 будешь? Чуть поменьше. 150, брать, да? Не буду, да. За 150 убежали, естественно, как бы без проблем вообще. Но именно задача сделать это шоу каром, чтобы играло красиво, громко и красиво. А ты представляешь какую-то фирму? Конечно, да, им дела. Ага. Вот ты расскажи вообще вот детально хотя бы, сколько стоит один саб такой? Вроде и усилитель. 60 000. 60 тысяч один сабвуфер. Это розничный цен. Ну а на сколько настроен кором? 31. 31 герц. Не знаю, играет, то есть именно топовый вариант. Да, по-моему, это жесть какой. Ну она подсела сразу же, да? Конечно. Сколько здесь, да, это? Пружины заводские. Это завод пружины? Завод пружины. От Калина универсал. Можно как пневмо, короче. Так, а в обшивках? 12 пар MD Power под переделанные фиолетки, то что вот есть 6, ну, оригинальные фиолетки. Мы же скопировали просто. Вопрос всем, ты где работаешь? Я своя студия. 1 200 000. Я своя студия по автозвуку. А, ну тогда спору нет. А с какого города? Пятигорск. Так, в общем, здесь нафигища пар. Я не знаю, сколько их здесь. 12 пар среднечастотных динамика, 12 пар печалок. Все просто, до безумия. Качает это все один усилок. А питание вообще аккумы, не аккумы? По питанию стоит 250 DC Power, он стоит уже 4-й год. Лучше генераторов я не видел. Один Stinger 2150 здесь под капотом и 4 Odyssey 2150. Два в запаске, два по бокам. Ну у тебя прям и салон, да, так прям все? Да. В целом ты прям поработал, да, над них? Ну я понял, все, ну как, рекламная такая. Реклама на колесах, короче. Так и есть, уже 4-й год так есть. Ну вообще, а что, есть какие-нибудь там еще идеи? Идеи? Да, здесь делать. Больше идей, знаешь, почему нет? Почему? Потому что сюда больше не помещается. Лучше там что-нибудь помощнее. Да, уже бы сделали больше, но как бы выше уже стекла неудобно. Я на ней ездил каждый день. Я на ней ездил там с девушкой, на работу. Жесткий повседнев. Да, это чистый повседнев, на котором я каждый день ездил. Ну а врубишь послушать? Давай, багажник закрой. Давай. Всякие пирожки тут. Это нормально. Не-не, дверь открыта, О, Мафа, что здесь за Мафа? 80-й пионер, лучше для двух полоски не существует. А тут от пионера за 60 штук продают. Гена, у тебя машина хэртрики делает? Серьезно, прям вот так аж прям валит. Включите, девочки, музыку. We'll be right back.
чуть-чуть отходит. Это походит еще, короче. I'm just trying to show you how to get a feel of it.